10 апреля поздравления с 95-летним юбилеем принимала жительница Невельского района, участник Трудового фронта, ветеран труда Мария Никитична Бурик. Со столь знаменательной датой именинницу поздравили представители администрации района, Невельского городского совета ветеранов, организации «Дети войны» и начальник отделения соцподдержки города Невельска Екатерина Захарова. Пожелав имениннице крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни, гости вручили юбиляше цветы и подарки. Вам самого здоровья, заботы и внимания ваших родных и близких. Вам подарок от Министерства социальной защиты Сахалинской области и поздравительный адрес от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Спасибо вам, мои дорогие. Родилась Мария Никитична в селе Иганино Киселевского горсовета Кемеровской области. С 1941 по 1947 года работала в геолого-разведочной партии города Киселевска. В 1947 году вместе с мужем завербовалась на Сахалин. Свою трудовую деятельность на Сахалине Мария Никитична начала в 1965 году. В 1992 году вышла на заслуженный отдых. За многолетний добросовестный труд участница Трудового фронта, ветеран труда Мария Никитична Бурик неоднократно поощрялась благодарностями, награждена медалями, почетными грамотами, ценными подарками. Мария Никитична живет в дружной семье. У нее 2 сына, 4 внуков и 6 правнуков, которые очень любят свою бабушку и заботятся о ней. Валерия Телешкан, Евгений Романенко, Невельские новости.